Что, поехали? Угу. К доктору. Мы его искали, перерыли всю квартиру. Она с пультом в школу пошла. Я. Вот она здесь присутствует. Я. Ой, как ты быстро бегаешь, а? А Маргарита это не видит. Вот он, наш кубик. Сейчас надо проверить, есть батарейка или нет. Привет. Доброе утро. Пойдем. Собираться уже. Нам сегодня к врачу. С Маргаритой. Ксюша в школу пойдет. Пойдем. Нет, сейчас скоро. Пойдем уже выходить скоро. Вот она. Покушала. Морковку. Быстро ходит. Она так быстро бегает. Бешеная. Она с тобой поиграть хочет. Я с тобой тоже хочу поиграть. Все, побежала. Ты зайдешь к учителю? Зайдешь к учителю, скажешь, что Маргарита в больницу пошла. Что застряла? Как ты так застегиваешь? Вот. Ответь. Нет. Давай, пока не забудь зайти к учителю. Окей? Они еще здесь. Все, пока-пока. Все, поехали. Угу. К доктору. Хорошо, дождика нет. Сегодня вообще-то обещали дождик. Надеюсь, мы не попадем под дождик. Пойдем. Хорошо, что мы на автобус не сели. К врачу нужно было вчера идти, а не сегодня. Мы тут буквально от дома совсем недалеко отошли. Ну вот, теперь возвращаемся домой. Видно, ребенок. Вот так вот вчера надо было. Маргарита перепутала. Она сказала, битва. Ну, так вот. Это вчера было. Так что теперь нам в субботу надо идти. Перенесли на субботу. Ну что, сходили к врачу? Ой, прости. Зато в школу не пошла. Кстати, завтра, послезавтра, да, получается 4 дня, они отдыхают. Завтра какой-то праздник. Католический, да, какой-то? Вот, и... В общем, отдыхаю четверг, пятницу, суббота, воскресенье. 4 дня. И ты сегодня 5 дней отдыхаешь, короче. 5 дней будет отдыхать. Спит так сладко, ребенок. Что? Ничего, спи, спи. Спи, 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 спи. Спи. Тебя там не намочило? Такая тупая. Кто? Я. Почему? Мама. Ты не тупая? Мама! Что случилось? Я на комплекс. Я вчера вот сюда пульт спрятала. Мы его искали, перерыли всю квартиру. Она с пультом в школу пошла. Это как вообще? Зачем ты это делаешь? Просто спрятала, да, всех и забыла. Молодец. Молодец! Я уже тут всех переругала. Думаю, кто ж пульт-то потерял? Кошмар. Она его в школу взяла просто. Вообще, просто в школу взяла. Как дела? Все, отдыхаем? Отучилась? 4 дня отдыхаем? Что получила? Что задавали? Что делали? Вот это от этой ученицы. А, она передала Маргошке? Ага, чтобы она не натирала себе мозольки. Ну, пускай, положи, пускай спит, она отдыхает. Потом возьмет. Ну что, выспалась? А? Часа 2, по-моему, ты спала, если не больше. Мне просто вот так вот глаза закрывались и открывались. Я тоже спать хочу. Мама, где наш мультикубик? Он там у меня в комнате стоит. Угу, а что ты хотела? По-моему, он там у меня в комнате стоит. Но что-то давно не смотрели, и мне кажется, там батарейка села.
Вот он, наш кубик. Сейчас надо проверить, есть батарейка или нет. Как он так включается? Да, есть или нет? А, ну давай, 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 давай. Да. Есть! Ура! Нету? Нету. О, точно. Нужно зарядить. Там батарейка. Мама, она уже зарядилась. Точно? Да. Ну, часика хватило даже. Она очень быстро заряжается. В общем, где хотите. Либо вот так вот смотрите, либо наверху смотрите. Как хотите. Если кто еще не знает, то этот кубик — это проектор, ребят. Вот такой вот проектор. Да, и через него можно смотреть мультики, фильмы, можно сказки читать, можно слушать сказки. В общем, очень много всего интересного. Да, вот здесь вот у него колоночки. Он очень такой удобный, он места мало занимает. Его можно с собой взять в путешествие. Да, мы в этом году поедем в Испанию. Мы обязательно возьмем с собой вашу машину, да, и проверим. Мы еще не тестировали в машине, но мы обязательно в путешествии протестируем. Вот, поедем. На улице, везде, да, в машине. Можно брать с собой, интернет вообще не нужен. Вот, поэтому мы обязательно его с собой возьмем. Вот летом поедем. Он очень яркий. Вот там мультики, очень много всего. Диафильмы даже есть. Да хватит, ты уже машинки все пересмотрел. Давай куми-куми. И звук, кстати, здесь очень даже ничего, да? Смотрите, полная громкость на всю. Также, ребят, у них есть целый год бесплатной подписки. А это значит, что новые серии мультфильмов, ну, которые вам нравятся, в нем будут появляться раньше, чем на телевизоре, например, или в интернете. Вот. Это целый год бесплатной подписки. Был бы у нас еще шкаф белый, да? У нас... Все, смотрите. Детки, конфетки. Я пошла блинчики печь, хорошо? Да. Если что, ребят, я оставлю ссылочку в описании на мультикубик, потому что знаю, что у нас новые подписчики. Может быть, кому-то интересно, то переходите, посмотрите этот мультикубик. Мам, а ты знаешь, что мне здесь нравится? В кубике? Да. Что здесь рекламы нет, как на Ютубе. А, ну это да. Это тоже большой плюс, что здесь не выскакивает реклама. То есть ты лежишь и спокойно смотришь, и тебя реклама не мучает. Так, ребята, пришла посылочка к нам. По-моему, это для хомячка. Сейчас посмотрим. Да, точно, колесико. Ах ты. Так, это, по-моему, в подарок дали. Это потому что это я не заказывала. Это в подарок. Да. Вот такое вот колесико. Круть! Еще какой-то журнальчик тебе дали. Все, ну-ка покрути, крутится. Ага, точно. Очень легко. Круто. Оно там где-то. Ты прям поставила, по-моему, она там где-то внизу. Она там где-то зарылась. Вот она здесь присутствует. Я. Нарисовано, что для хомячков, для мышек, для зайчиков, для крысок. Вот она уже грызет это сено. Там кто-то в дверь звонил. Поилочка наша, сейчас мы прикрепим ее. Вот она там. Чешется. Она уже погрызла это сено, она, наверное, как-то пахнет вкусненько. Привыкнуть как-то. Она найдет сама поилочку? Да. Вот колесико здесь будет стоять. Посмотрим, как будет бегать. Я немножко чуть-чуть закопала. А колесико крутится? Да. Оно там не застревает? Нет. Окей. Вот так вот у нас теперь поилочка присосалась к стеклу. С присоской такой специальной. Вот. Водичку нужно менять каждый день, хорошо? Не забывай. Обязательно менять водичку. Я уже почти закончила. Мне животик болит. Иди, Леш, полежи. Я тут жарю на двух. На одной. Одна электро и другая. Вот, на плите нормальная. Можем мне один вот уже. В общем, я решила в этот раз на двух попробовать, чтобы быстрее получилось, быстренько на двух. А то раньше я вообще-то на одной, на вот этой вот пекла. Теперь что-то мне это. Захотелось побыстрее проверить, как получится. Еще Ксюша пошла купила нутеллу.
И вот эту вот штучку, я не знаю, я ее никогда не пробовала. Написано «Кранчи крем». Там внутри шоколад и вот такие вот какие-то эти, как шоколадная стружка, посыпка, да, как в слайме. В общем, как кранчи слайм, только кранчи и шоколадная это. Я хочу вот это попробовать, я это еще ни разу не пробовала. Они прям такие, как, знаешь, эти хрустящие штучки. Ну, ты попробовала, мама? Да, я попробовала, вкусно. Эй, привет! Красавица! Не какала. Не какала. Ага, сейчас она с помощью этой кормушки будет вылазить из коробочки. Решили ее немножечко побегать, вытащить. Нельзя туда. Нельзя. Сюда, посерединке, посерединке, посерединке. Вот. Все. Пообщайся с нами немножко. Ты целый день проспала. Теперь ночь пришла. Нужно спортом заниматься. Она так интересно себе норки там делает в этом. О, все, все. Что ты делаешь там, что ты? Ее очень легко найти, потому что она себе делает норку. Там видно такая дырочка, и она по этой норке ползет, ползет, ее легко найти. И она сегодня застряла в этом бревнышке. У нее застряла лапка. Да. Там была такая щелька небольшая, она застряла, и пришлось Ксюше поломать вот это бревнышко. А теперь, да, теперь она это... И такой вот здесь вот была, да, ножка. Лапка застряла. Еще. Она не могла? Она дергалась? Да. Не могла вылезти? Нет. Бедняжка. Потом она вылезла. Ну вот, теперь она у нас, это бревнышко открывается, на всякий случай, чтобы ее можно было вытащить. Да, красавица? Привет. Привет. Куда ты собралась? Куда, куда, куда? Куда собралась? Пообщайся с нами немножечко. Серенькая такая. Вот, 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 вот. Ты чё хулиганишь? Ты чё хулиганишь? Не уходи, не уходи. Не уйдет, не переживай. Далеко не убежит. Сейчас она тут нахулиганит немножко. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот. Давай, высыпай всё. Давай, ты думаешь, ты там закопаешься? Нет. Смотри, как лапы раздвигает. Ты думаешь, ты там спрячешься? Нет, мой золотой. Ты не сможешь там спрятаться. Она уже такая, она уже не трусишка. Она уже нас не боится. Она всегда туда идет. Да, она уже такая смелая в своем домике. Уже смелая, везде лазит, бегает. Освоилась, нас не боится. Такая вот. Вообще не сидит. Вообще невозможно ее даже. Невозможно ее даже держать на ручках. Смотрите, как она бегает. Ты такая хорошая. Надо посмотреть, как ты быстро бегаешь. Ой, как ты быстро бегаешь, а? А Маргарита это не видит. Вот, все, побегали. Привет. Привет, куда хомяк. Идем? Привет, хомяк. Ксен. Ну, а сейчас ей больше ты сделаешь это. Давай, давай, вот так вот. Ну-ка, ну-ка. Вот так, вот так, вот так. Бойся, бойся, бойся. Песочек. А ты видела, как она кувыркается в песочке? Я видела один раз, она так прям крутится, вот так спинкой. Не знаю, ну это... Калина, оставь. Она еле-еле там пролазит. Застряла. Нет, 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 нет. Нет, нет, опля. Ну, Каролина. Так интересно наблюдать. Все, ушла. Ушла себе делать норку. Она вот так вот себе норку делает. Вот она в бревнышко зашла. Она теперь посвободнее, да, ее теперь она там не застрянет. В домик. Да, она уже везде побывала. Все, зарывается там теперь. Все, давай ложись, включай свет. Завтра будете полочку свою убирать, хорошо? Ладно? Будете перебирать все слаймы? Коробки там, в общем, непонятно, что-то валяется. Вот тут тоже в ящике все валяется. Собака эта полупустая уже. И вот здесь все надо перебрать, потому что здесь уже
куча слаймов, там какие-то слаймы старые, уже, наверное, нужно их пересмотреть и выбросить половину. Все, спокойной ночи, всем пока-пока. Тебе уже, наверное, нужно убирать вот это все Happy Birthday. Да. День рождения уже прошло. Ну, 99. Ну, это пускай висит, да, 99 лет, скоро 100. Да. На следующий год будет 100. Да. Пускай, пока не сдуются. Пока еще у них там гелий. Девяточка. Две девятки. Ладненько, все. Спокойной ночи. Всем пока, ребята. Всем пока-пока. Пока. Пока.